Есть старая шутка. Как фермер зарабатывает миллион? Начинает с 10. Терять деньги не смешно. Хочешь расти? Ищем новый рынок. Мясо вагю, японская корова. Меняйся сейчас. Что это такое? Вот оно, будущее. Ты можешь изменить их мнение, завоевать доверие. Нужно говорить на их языке. Почему ты так зациклился на этом? Я ничего не помню. Но ты вспоминаешь по чуть-чуть. Жалею, что не поехал с тобой. Кажется, я был последним, кто был с тобой. Что ты делал с моим списком?